Привет, ребята! Меня зовут Вова, а в этом видео мне бы хотелось распаковать аккумулятор, переносную батарею для камеры GoPro Session 5. В конце прошлого года я купил новую камеру компании GoPro. За время ее использования я понял, что аккумулятор она держит достаточно мало. Поэтому мне был просто необходим вот этот переносной аккумулятор. Когда я искал на YouTube обзоры на этот аксессуар, я их просто не нашел. На русском языке нету ни одного обзора, поэтому я решил сделать свой и рассказать вам, показать и поделиться впечатлением. Когда я впервые увидел эту коробку, она мне что-то напоминала. Когда я пришел домой и сравнил с упаковкой от самой камеры, я понял, что они очень похожи. То есть товар всегда перед нами. Я специально не распаковывал эту батарею в магазине, чтобы распаковать ее с вами на камеру и чтобы мои впечатления были по-настоящему первые. Как может показаться неопытному человеку, коробка должна распаковываться сверху, но на самом деле это не так. Она закреплена по бокам с левого и правого бока, и именно вот эти наклейки нужно снять для того, чтобы открыть коробку. Руками открыть не получилось, поэтому я беру ножик. Так-то лучше. Итак, ребята, мы ее с вами открываем. Та-дам! Ну, тут больше как бы ничего нет. Тут, кстати, у нас инструкция, штрих-коды, краткое описание. По бокам мы видим комплектацию, что входит в этот набор. Ребята, спустя минут 10 я так и не понял, как она открывается. Надо найти ответ в интернете. Наконец-то у меня получилось ее открыть. Спустя столько времени, наконец-то она открылась. И вот, здесь у нас вот такая коробочка. Она гладенькая и на ней очень много отпечатков. То есть я ее трогаю и отпечатки остаются тут на века. Так, открываем, и здесь должна быть вся комплектация. Здесь у нас внутри инструкция. Инструкция какая-то, да, предупреждение по эксплуатации. То есть очень много текста. В общем, не особо интересно. Давайте сразу все достану. Внутри, как и всегда, комплектация камер GoPro и всего остального не очень богатая. Поэтому здесь у нас всего два провода. Это мини-USB и микро-USB кабель. Кстати, мой обзор на камеру GoPro Session 5 можете посмотреть на моем канале. Ссылку оставлю в описании. Так, теперь нужно вот это достать. Так, на ощупь, но такая не очень легкая. Вау, открываем. Так, он приятный на ощупь, логотип, сзади у нас тут всякие серийные надписи, так, фокусируйся. Емкость его 6000 мАч, этого хватит примерно на 3 полных заряда камеры. Она будет заряжаться примерно за 2 часа, 2,5, так что, в принципе, ничего страшного, ведь можно одновременно заряжать и снимать, так что никаких проблем не должно быть. Здесь у нас есть единственная кнопка, мы ее нажимаем, и индикаторы показывают 4 полоски у нас горят. Почему они исчезли? Ладно, наверное, они потом со временем пропадают. Ну что ж, ребята, вот такая получилась у меня распаковка и первое впечатление от внешнего аккумулятора для камеры GoPro. Если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал Instant Studio. Впереди много всего интересного, смотрите прошлые мои видео. И до скорых встреч, увидимся, пока-пока!